Так, местность Ужевозбака называется. Надписи нету. Вот такое здесь море. 20 километров от Венспилса. Идем смотреть море. Места для пикника. Столик для мангала. Тут можно даже повесить котелок, сварить. Сварить тут можно уху. Вот на крючках. Такая вот горочка наверху. Это Ужевское взморье, так выглядит. Экскаватор, там горки. И наверху маяк. На маяк поднимемся чуть попозже. Пока спускаемся вниз. Такой вот берег интересный. Ужевское взморье. Местность называется Ужево, так как пиво. Очень дорогое латышское пиво.